Что-то давненько за рулем меня не видели. Ну да. Новые машинки как-то приказали долго жить. Примерно 2 года назад. Но, естественно, машина — это расходный материал. Естественно, они бьются. Естественно, надо покупать новые машины. Естественно, автоград — это в разряде первых, кто выбрал, во-первых, ценовую нишу для всех жителей города Магнитогорска и окрестностей. И, во-вторых, эти машины, естественно, делаются в России. Поэтому и цена-то приемлемая. Что за машина? И скажем, что вот это очень современный экземпляр. Так вот, действительно были выбраны самые лучшие машины, проверенные временем. И даже тот автомобиль, на котором мы едем, Vortex Estina, это не что иное, как реинкарнация Volkswagen Passat. Да, это кузов Volkswagen Passat. Вот. Инсталлирован сюда двигатель 2-литровый Mitsubishi, 136 лошадиных сил. И цена вопроса — 470 тысяч рублей. Ну, плюс-минус там. Теперь о чем мы скажем? А мы скажем, что вот этот современнейший автомобиль, и ничего страшного, что на руле здесь написано Chery, так вот, Chery 4, это первый китайский автомобиль, который эксплуатировался на прошлой Олимпиаде в Пекине на электрическом ходу. То есть это перспективная машина. Это перспективная и по-настоящему большая машина. Я вот как бы, ну, любитель того, что побольше. Так вот, в данном конкретном автомобиле места хватит и мне 110 килограмм, и даже тому, кто 150. И при этом машина находится напрямую в сегменте бизнес. Да, теперь будет сложно мне все это дело перечислить, но если мы сравним Vortex Estina и любой автомобиль, продаваемый в городе Магнитогорске, любой серьезный автомобиль, то любой серьезный автомобиль в минимальной ценовой комплектации не будет иметь всего того, что здесь есть. А здесь есть мультируль, и он регулируется по высоте. Вот этого никогда не надо делать за рулем. Вот. Здесь на этом мультируле идет управление магнитолой. Опционально ставится либо навороченный музыкальный центр с MP3 проигрывателями и USB-входом, либо ченджер на 6 дисков. Естественно, здесь есть сервопривод с сиденьем. Естественно, все электронное, и багажник открывается изнутри и дистанционно, и парктроник задний, и климат-контроль, и 4 подушки безопасности. Ничего такое, да, китаец? В российском исполнении. Вот. Так вот, этого всего не будет. Как и не будет такой цены — 470 тысяч рублей. А будет цена, сейчас я вам назову цену, вы там крепитесь, минимум 1,5 ляма. И это даже в варианте таком же, на механке. Что еще надо? Естественно, надо купить машину в кредит. Теперь про кредит немножко, 5 секунд ровно. Естественно, жить в кредит — почему нет? Естественно, в кредит вы будете всегда покупать автомобили, и в ипотеку вы будете квартиры покупать, и бояться тут ничего не надо. Вот. Почему кредит выгоден? Да потому что, в конце концов, вот такой автомобиль, ну, покатались, да, заплатили где-то примерно, ну, начиная от 12, там, может быть, 10 тысяч рублей в месяц, если на 5 лет растянете. Надоела машина, откатались, сделайте по-американски, банку отдайте, пускай дальше с ней плюхается. При этом кредитную историю не испортите. Через 5 лет что с этой машиной случится? Через 5 лет эта машина, ну, потеряет, естественно, 50% стоимости. Ну, естественно, в автограде купите новую. Там что-то будет. Вот. Куда за такими машинами ехать? Естественно, в автоград. Правда, 59. Вот. И маленькое резюме. Наконец-таки появилась в России сделанная машина, которая отвечает моим, кстати, не самым кислым требованиям. То есть большой салон, большие колеса на 15, ну и, естественно, литье. Вот. АБС, системы, там всякие пироги, это в том числе. И машина, которая пользуется популярностью, кстати, не только в России. Я вот за границей-то катаюсь, да? Так вот, скажу, что эти автомобили на ура покупаются египтянами, турками. То есть, ну, серьезная машина, у которой уже и тираж хороший, и запчастей много.
и проблем она у вас не вызовет.